слова буде запрошений зараз отець Віктор Верязкін. У нього тема доповіді «Уроки сьогоднішньої світової ситуації». Отець Віктор Верязкін є митрополитом Київської і всієї України Апостольської церкви, доктор богословських наук, кавалер орденів святого архістратига Михаїла і святого князя Володимира. І він є таким зв'язком між двома нашими складовими, Кримом, який є Україною, який зараз окупований, і представляє Сімферополь в Києві. Прошу, отче Вікторе, до слова вас. Іскренне привітаю всіх вас, любові Господа нашого Ісуса Христа, і напоминаю собі і вам, що в священних писаннях християн есть такое выражение и понятие, как «люди доброй воли», в человецах благоволение по-старославянски. И действительно, может быть, иногда нам говорят, что церковь отделена и от государственных проблем, и от экономических, и от политических, и, может быть, это не ваша парафия, и вы не о том рассуждаете. Но я думаю, что как каждый гражданин и каждый человек, конечно же, мы можем иметь свои взгляды и свои выводы, в том числе из анализа ситуации, в которой мы живем. Концептуально я два слова скажу о том, что лично мне пане Вікторе, ви вимкнули свій мікрофон. Включіть, будь ласка. Включіть, вас не чути. У вас вимкнутий мікрофон. О, все, чуємо вас. Будь ласка, продовжуйте. Я напоминаю о том, що нашу позицию можно назвать условно ноосферно-экологической, которую представляли отец Александр Мень и Пьер Тийяр де Шарден. А что касается сегодняшней ситуации в мире и последствий коронавируса, и наших выводов из этой ситуации, то я могу предложить в течение 20 минут не более чем 7 тезисов. Первый – это как нам воспринимать противоречия, возникающие между демократией и автократией. Мы видим, что нам кажется иногда, что автократическое и директивное управление, монархическое, единоначальственное, наподобие того, что было в Америке до Байдена, при прежнем президенте, оно эффективнее в некоторых моментах. Мы видим, что в Европейском Союзе демократические процедуры иногда затягивают и не дают вовремя принять эффективное решение. И мы становимся перед проблемой, возможно ли найти правильную пропорцию соединения демократических процедур и эффективности управления, может быть, с помощью единоначалия. Также мы сталкиваемся с противоречием между объединенной Европой и как бы эгоцентризмом отдельных наций и народов. Мы видим, что и некоторые украинцы могут сказать, зачем нам Россия или Европа, мы имеем ресурсы, имеем возможность и, может быть, самостоятельно просуществуем. А другие говорят, пока мы не вступим частью единого целого в Европейский Союз, мы не просто не выживем, мы не достигнем никаких положительных результатов. Дальше, если мы расширим эту тему, то возникает проблема вообще глобального мира, вот, или как раз сосредоточение на каких-то локальных проблемах. И некоторые говорят, у нас ресурсов достаточно, в том числе природных, минеральных и так далее, и нашему эгоизму, национальному или этническому, на какое-то время это хватило бы. Зачем нам думать сегодня о глобальных проблемах человечества и планеты, а тем более космоса? Может быть, давайте соединим эти, попробуем моменты. Предложены даже новые термины. Не нравится кому-то глобализация, не нравится кому-то местный локальный эгоцентризм. Предложен термин
глокализация. Давайте соединим. Предлагается мыслить глобально, а действовать локально, и это правильно на самом-то деле, и это шаг вперед и вверх. Также хочется отметить необходимость осмысления популизма и патриотизма, потому что можно пойти на поводу у митингов, у потребностей и заявлений толпы. Можно, конечно же, подчеркнуть важность национального и этнического эгоцентризма и замкнуться на этом. А можно попытаться интегрировать все разнообразия и это единство в разнообразии попытаться достигнуть и единство в многообразии попытаться проявить. Послание к евреям в Новом Завете начинается такими словами. Бог многократно и многообразно говорил людям через пророков. Это он вот в последний период говорил через сына. И вот это понятие, что украинскую мову написано, что це було багато разів і багатьма способами, то, конечно, нам надо соединить в правильные пропорции тоже то и другое и достигнуть этого единства в многообразии. Сначала концептуально, осмыслив его, а потом и практически в организации технологии социальной. Дальше возникает противоречие, недоосмысленное нами и актуальное действительно климат или капитализм, природа или промышленная добыча. И действительно, если мы хотим сберечь планету, атмосферу, негативные тенденции в изменении климата, возникают одни проблемы и желание в них участвовать и даже финансировать или отказываться от программ финансирования, улучшения положения в атмосфере, в природе и так далее. А можно просто эксплуатировать ресурсы, как говорят в народе, безбожно, и в итоге ожидать или приближать истощение и даже прекращение возможностей выживания. Поэтому я так думаю, что надо достигнуть интеграции разумного применения технологий, экологического подхода и сохранения природы и качества жизни, естественно, на новом уровне. Поэтому, если мы действительно всерьез подумаем о возможности циклической экономии, возобновления ресурсов и, может быть, чистой энергетики, которой много, солнце дает нам столько энергии, сколько мы не способны использовать и переработать. И на самом-то деле, если мы перейдем на более чистые технологии, то, может быть, и дольше проживем, и будем летать куда надо, и все станет на свои места. А дальше возникает вопрос, а вот устойчивость, а вот стабильность, а вот угроза раскола в обществе, в государстве, в Совете Европы и так далее. И действительно, это мы видим даже и в церковных сообществах. И не всегда ясно, ко благу или нет сохранение стабильности. И мы иногда горько шутим, что стабильность существует, она, например, на кладбище представлена и очень ярко выражена. И надо ли тогда революции какие-то совершать, откалываться от кого-то и от чего-то, и через это достигать чего-то? Я так думаю, что трансформация должна быть модерирована, да, носителями высокого разума и мудрости, и баланс и правильную пропорцию соотношения между революциями и устойчивым развитием возможно найти и надо найти. Дальше возникает следующий тезис о партиях и движениях. Мы видим, что есть зеленое движение, экологическое движение, может быть, недостаточно этих движений, много партий. У нас в Министерстве юстиции Украины зарегистрированы сотни партий. И чего мы достигаем этим множеством, непонятно. Есть даже христианские партии, и то не одна, и их несколько. И мы видим, что в Европе ХДС и ХСС могут показывать пример эффективного
и правильного, и даже духовного подхода ко многим вопросам. А по названию партии могут быть христианскими и совершенно в себе не воплощать никаких духовных ценностей, высокой морали и так далее. Поэтому я так думаю, что партия не случайно, наверное, обозначает в переводе слово «часть». И хоровая партия сопрановая или альтовая, или дисконтовая, или теноровая отдельно не прозвучит, и аккорда не даст, и хора не будет. И поэтому идеалом целостности, вот, холистичности, конечно же, созвучно в том числе христианское понятие о полноте, плероме, целостности и так далее. Поэтому я считаю, что надо в том числе видение будущего и выводы, которые из кризиса нас постигнувшего, сделать, конечно же, не только христианам, но и всем остальным людям, и обратить внимание на те элементы, которые нас соединяют и показывают то, что общее, а не то, что нас разделяет. И, может быть, для кого-то это тривиальные выражения, но, может быть, нам придется преодолеть в том числе некоторую несправедливость, упование на какой-то мачо-героизм мужчин, мужской части населения. И, может быть, подумать о том, что пришла пора действительно началу женственности сбалансировать, уравновесить и найти правильную пропорцию сочетания в этой целостности. Посмотришь иногда на личности рассуждения там, Кристин Лагард или Урсулы фон дер Ляйен, посмотришь на некоторых президенток женщин, часто, по-моему, так и допустимо уже выражаться в этих феминитивах, и скандинавские страны показывают успешное развитие и социальное, и экономическое, вот, и думаешь про себя, так может быть полезно и в церкви допустить служение женщин. И в некоторых не только раздаются такие голоса в юрисдикциях и направлениях, но даже и подходят к практическому осуществлению этих моментов. Поэтому хотелось бы, чтобы мы обратили внимание вот на эти условно обозначенных кратко 7 тезисов, делая выводы из кризиса нас постигнувшего. А может быть, он не последний, а может быть, впереди возможен еще больший кризис. И чтобы из него выйти, надо из этого, на самом деле, еще небольшого кризиса, сделать правильные выводы. И вы знаете, наверное, в христианстве много говорят о страхе Божьем, но в Библии 800 с лишним раз написано «не бойтесь». «Не бойтесь, я победил зло», «не бойтесь, я победил сатану», «я уже видел его спадшего со своей мнимой высоты». И поэтому хотелось бы напомнить себе и вам старинную легенду. Как однажды один крестьянин ехал на телеге из сельской местности в столицу, тогдашний Константинополь. Нашла по дороге старушка и попросила ее подвезти. Он посадил ее на телегу, присмотрелся, оказалось, что она тревогу в нем вызвала и подозрение. Он говорит: «Ты кто такая? Назови себя». Она говорит: «Я холера. Я еду в Константинополь, потому что там, значит, надо наказать несколько человек». Он говорит: «А как же это? Тогда я тебя дальше не повезу. Так, слезай с телеги». Она говорит: «Да, успокойся. Мне предназначено убить только 5 человек, вот, и для этого у меня есть средства определенные. А я остальных не трону, а эти, которые умрут, они достойны того, они это заслужили, у них такая карма». Крестьянин говорит: «Ну смотри, если ты не сдержишь слово, то я тебя убью». Отобрал у нее кинжал, значит, и отпустил ее. В Константинополе скончалось от холеры 105. Это у меня. В Константинополе скончалось от холеры 105 человек.
И поэтому этот крестьянин разыскал эту женщину на рынке и говорит: «Ты что же меня обманула? Я тебя сейчас заколю твоим же кинжалом». Она говорит: «Я выполнила свое обещание. От холеры умерло всего 5 человек, а остальные 100 с лишним, она говорит, остальных убил страх». И вот когда мы сегодня размышляем с вами о ситуации, которая нас постигла, и о том, что может ждать нас еще впереди, я думаю, что и вера, и надежда, и любовь, и знание в совокупности и целостности способны развеять чрезмерные наши страхи, способны подвигнуть нас на сослужение и более активную работу во взаимопомощи, и таким образом избежать то, что можно было бы избежать. И поэтому христиане имеют такую молитву, и не только христиане, что: «Господи, дай мне способность осуществить улучшения, те, которые возможно осуществить, да. И дай мне, конечно, терпение перетерпеть то, что не в моих силах и невозможно мне изменить. И дай мне свыше мудрости, чтобы я научился действительно отличать первое от второго и этим достойнее выполнять свой долг и свое предназначение на земле». Ну, чего я себе и вам хотел напомнить и пожелать. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, дополнения или возражения, то, может быть... Дякуємо, отче. Дуже цікаві думки про інтеграцію, про ваш тонкий гумор, де існує стабільність. От, це дуже, дуже показово. Там насправді немає чого ділити, всі рівні. І за таку, за такий актуальний концептуальний погляд на ці питання інтеграції, як можливість такої єдності в різноманітності. Дуже повчальні ваші речі, тому що насправді мир тільки тоді, коли ми розуміємо цю єдність, і коли ми приймаємо різність інших. Якщо, тому велика подяка вам за такі тези, вони дуже актуальні в сучасності, особливо коли ми рухаємося в ЄС і коли ми розуміємо проблеми сучасної демократії. Я думаю, що, можливо, у наших учасників форуму будуть до вас питання. Якщо є, прошу викликатися, включати мікрофони, писати в чаті, в YouTube-каналі, в Telegram-каналі, і тоді ми зможемо вам їх задати. Добре. Якщо питань немає, ми вам ще раз будемо дякувати. І зараз ми